Стали известны причины утренней аварии на 231-м километре трассы Казань-Оренбург. Там разбился автобус со школьниками, которые ехали на Олимпиаду в Казань. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП погибло преподаватель. 13 человек, пятеро из которых дети, были госпитализированы. Состояние пострадавших удовлетворительное. Сообщили нам в Минздраве. У них ушибы мягких тканей и переломы различной степени тяжести. Всего за медицинской помощью обратилось 13 человек. Из них 2 человека были осмотрены и продолжают амбулаторное лечение. Остальные больные, остальные пострадавшие госпитализированы в травмоцентр первого уровня, медсанчасть Татнефти города Альметьевска. Один пострадавший в состоянии тяжелом находится в отделении реанимации интенсивной терапии. Ему проводится интенсивная терапия. Остальные пострадавшие находятся в отделении. В травматологическом отделении им также проводится необходимая терапия. Опасений за жизнь пострадавших на данный момент нет.